сегодня вот такая красавица пришла для возрастного макияжа к визажисту. Интересно, какой получится результат. Мастер пытается сделать визуально лоб немного пониже, приподнять скулы и устранить брыли. Для этого он использует жидкий скульптуринг. Закрепляет пудрой, наносит румяна, все стандартно. Он выбрал для дамы вот такой оттенок теней, сероватый, и оформил бровки. Также использует пучковые ресницы и немножечко увеличивает губы при помощи карандаша. Результат очень даже неплохой.